В столице завершился всероссийский турнир по дзюдо на призы руководителя региона. Схватки проходили в центре спортивной подготовки «Триумф». Они длились 2 дня. Первый день был посвящен спортсменам-юношам. Во второй день на татами уже встретились взрослые дзюдоисты. Всего в состязании приняли участие команды из 7 регионов России, а также представители Монголии. Почетными гостями соревнований стали чемпион Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Арсен Галстян и представители Федерации дзюдо России Тамерлан Ландменов и Валентин Хабиров. Хочется отметить, конечно же, спортсменов именно с Республики Саха-Якутия. Но очень сильная внутренняя конкуренция, отмечаю, что на этих соревнованиях. К этим соревнованиям они готовятся как к главному старту, как спортсмен готовится к первенству России. Среди мужчин в 7 весовых категориях стали победителями 4 представителя из Якутии. В категориях 66 килограммов Миробиджон Хамедов, 81 Евгений Литавин, 90 Шарох Заманов и 100 килограммов Сергей Беляев.